первое впечатление, оно огромное. Особенно это чувствуется при загрузке-погрузке. Вес с упаковкой 43 килограмма. Само колесо с оригинальными упорами почти 36 килограмм. И очень радует, что его не надо таскать. Встаете и катите туда, куда глаза глядят. Его стихия – бездорожье, тропы. Да, на асфальте Орел тоже хорош, комфортный, как люксовый внедорожник. Но больше удовольствия получить можно только от бездора. Для себя отметил два недостатка. Первый – это отсутствие звука. Пешеходы шарахаются. По опыту владения 16X, к пешеходам лучше подкрадываться с музыкой. Решается это Bluetooth-колонкой. Второй недостаток – это уход за колесом. Плохо, что с завода не предусмотрены пыльники для направляющих. 5 минут бездорожья и все в пыли. Густая смазка притягивает пыль, песок, дождь и снег, смазки вообще конец. А разбирать колесо и смазывать – то еще удовольствие. Вот такие дороги для Орла, то что доктор прописал. Кайф. Да, большинство колес с таким справится, но играющие это весело. Но перед тем, как пылить, рекомендую защитить направляющие от пыли, песка, грязи и воды. Предпочитаю использовать колесо из коробки как есть, с оригинальными упорами. Направляющий защитил, только время покажет, хорошо ли. А пока первое впечатление, колесо оправдало томительное ожидание.